Всем привет, ребят. Ну что, у нас остались считанные минуты до того, когда мы узнаем, какой же будет у нас все-таки новый Battle Pass. Он сейчас будет на Тайване, но мы уже приблизительно знаем, что будет Boogeyman. Так, забрать. Будет Бугич. Я, конечно же, батл пассы пару штук разыграю, поэтому следите внимательно за плейлистом с конкурсами. Помимо этого, есть конкурс на десяточку, топовый аккаунт, который будет разыгран на днях. Я условия тоже выложил. На стартовой страничке есть видос, что надо сделать, тоже все есть. Так, что у нас тут есть? Обмен. Обмен. Что у нас интересного на аккаунте? О, ничего себе, плюхи какие. Я их не пооткрывал. Осталось 3 минуты. Ждем. Ждем все-таки все награды. Посмотрим, поговорим и решим, что же там интересного у них будет. Такс, сумочки надо их пооткрывать. Подокачивать скины. Нифига себе, стрелка скинов падает. Офигеть. Так, отлично. Скины на здание. Так, надо открыть эти суммы. 33, нифига себе, вот это так свезло. Там двадцатка, походу, упала. Двадцатка, десятка и... Троечка, я не знаю. Такс. Откуда столько плюх? Так, первого, второго левела. Так, что у нас было в прошлом Battle Pass? Давайте посмотрим, пока не пропали награды. Здесь был Лазуля, но у нас есть инфа, что будет Бугич, так как на него открыли новый скин. Вот, и мы на это посмотрим. Так, что у нас тут еще интересного есть? Понятно. С такого интересного начиналось все где-то с 30-го левела. Тут у нас седьмые дают. Вот 31-й уже давали. Так, это с донатом. На 31-м давали. Такие эмблемки здесь давали уже 9-е. Руны таланта. 38-й. На 40-м донатом давали 5 штук. И на 43-м тоже. Без доном, конечно. Точнее, это без донатом. Донатом это нижнее, немножко я перепутал. Так, то есть до 40-го можно дойти. Тут уже дальше 44-й, 45-й. Но по сути без доната до верхнего ворваться бессмысленно. До максимума ради таких плюх. Это на немке есть. Ну, разве что можно было собрать. Там дают сумочки. Такс. Сейчас мы посмотрим, сейчас мы проверим, что там интересного есть. Давайте даже найдем Бугимена. Это он у меня должен быть. Так, вот он есть. Давайте делаем перезаходик, чтобы обновились акции, и посмотрим, что же интересного тут будет. Может, поменяет, может, не поменяет плюшки. Воу-воу-воу, ничего себе, смотрите, что нам дали. Сразу же сундучки. Нехило так, нехило, красавчики. Это мне понравилось. Так. Здесь понятно, что-то по акциям все печально сегодня. Хорошо. Смотрим, что здесь у нас поменялось. Так, понятно. Фонтан, понятно. Смотрим еще. Сейчас я акции гляну. Может, что-то новое добавили. Так, эта акция понятна. Эта акция тоже за донат. Ну что, поехали, смотрим. Смотрим новый Battle Pass. Boogeyman. В принципе, как и говорилось, 10-й левел. 10-й левел.
Смотрим плюшки на 27-м. Такие так. 29-й, 31-й. Вроде ничего не поменяли. Карточка 33-й. На 36-м 9-е. 40-й. Да, здесь, ребят, у нас ничего не поменялось. По сути, все тоже осталось. То есть, дают бугимана плюс скин. Вот так вот. Ну что, давайте посмотрим сейчас на этот скин в действии. Посмотрим, как он выглядит. Что он может. Так, делаем вот так. Ну, а с вас, конечно же, лукасики. Лепим лукасики. Так, забираем. Где-то там. Так, забрали мы сундучки. Заходим сюда. Делаем вот так вот. Вот так вот, ребятушки. Такие вот плюхи дают. Поехали посмотрим на скин. Что этот скин делает. Как он вообще будет выглядеть. Так, иди сюда. Вот так вот он теперь выглядит, какой-то лунный месяц, ребят. Ну, что могу сказать, прикольненько смотрится, конечно же, лунный месяц. Так, окей, давайте посмотрим на него в действии, что он может, и разберемся еще по наградам. Так, как он теперь бьет, вообще непонятно, как он бьет. Ну, по сути, ничего такого не поменялось. Конечно, выглядит он прикольно, не знаю. Мне сам скин нравится. Он какой-то побольше стал, что ли. Нереально какой-то большой он стал. Но больше ничего он не добавил. Давайте посмотрим, что скин дает. А, так, алтарь. 800 атаки и 20к жизни. В принципе, наверное, как и это. То есть, один в один. Ну, он у нас просто первого левела еще. А, вот так вот выглядит скин. А поехали теперь посмотрим, что у нас в батл пассе, поменялось что-то или нет. Такс. 540. 540 на 17 левеле. По-моему, так оно и было. А, по заданиям. По заданиям ничего не поменялось. Как видите, ранги. Давайте попробуем подфармить. Посмотрим. Может, тут что-то поменялось. Тут мы будем сейчас на 100% проходить. Что, всех героев разобрали? 90. Вот мы зафармили. Да, вроде ничего такого прям мега не поменялось. Ну, у кого есть Battle Pass, тот может, как видите, без проблем, даже если герои умирают, это вот все проходить. Ну, я на английском прошлое вообще проскочил, я его зафармил там за 2-3 дня, там книги продавали, сейчас книги не продают. Плюс 90. А ну-ка, 90. Получается 320, 410. 540. Вот так вот. Маловато. Или это мне так кажется? А ну-ка. 90 мы забрали. 160, 220. Да, 540 максимум за выполнение в день. Странно. 540 всего дают отсюда. Вот так вот. По-моему, там давали больше, а может и нет. В общем, напишите в комментах.
Я просто не помню, сколько давали, но сейчас за задание 540 дают. Вроде и повысили. Ну, в общем, посмотрим. Плюшки не поменялись, то есть дают чисто вот такого вот героя. Что-то нового не добавили, как обычно, ничего не поменяли, по сути. В общем, пишите комменты, ставьте лайки и ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.